27 декабря на территории автономного округа и в Муравленко пройдет региональный день приема граждан. У горожан есть возможность задать вопросы и получить компетентные ответы. Прием граждан по личным вопросам в администрации Муравленко проведет глава города Александр Подорога. Значительное преимущество личного визита – возможность решить вопрос оперативно. Прием пройдет в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.